«Мой отец – герой» – так звучит название сегодняшнего мероприятия. Среди присутствующих – бизнесмены, политики, общественные деятели и просто отцы. Каждый – пример для подражания. Мужчины Оренбуржья – уверенные организаторы, достойны самых высоких званий и наград. В первую очередь мы проводим это мероприятие, показать жителям Оренбуржья о достойных отцах, мужчинах. Они заслуживают это. У нас 4 номинации, и все эти номинации разные. И воспитатель, и самоотверженец, и... Заявки подали очень много, 250. Мы выбрали из всего Оренбуржья 90 участников. Сергей Рожков – один из тех, кому сегодня присвоено почетное звание. 12 лет назад он остался с маленьким ребенком на руках. Но мужчина не отчаялся, научился заменять и маму, и папу. Не скрывает, было непросто, но все удалось преодолеть. Сегодня на церемонию награждения он пришел вместе уже со своим сыном. Есть определенные сложности, естественно, с которыми я столкнулся. Ну, в первую очередь, это, соответственно, не с кем было оставить ребенка, так как мне нужно работать же, зарабатывать чем-то, кормить ребенка и все остальное. Это были первые сложности. А в дальнейшем сложности возникали не такие большие, потому что я его постарался обучить всему. На сцену поднимаются те, кто по праву могут называть себя героями. 4 номинации – самоотверженность, профессионализм, воспитатель и наставник. В каждой по несколько номинантов. Всего 90 человек, 90 мужчин, которыми может гордиться все Оренбуржье. Татьяна Кирдина, Константин Воробьев. Новости дня.